Вітаємо вас іще раз, дорогі радіослухачі. Вітаємо у програмі «Світлі гості». І, як показали наші дослідження, вам подобається ця програма, тому що ви можете побачити Бога у житті людей і через цих людей. Знайомтеся, сьогодні у нашій студії адміністратор церкви «Слово жизні» Олександр Кіштимов. Олександре, доброго дня вам. Доброго дня, спасибо большое за приглашение. Я очень счастлив быть в этом эфире у вас в гостях. И так здорово ещё ощущать себя здесь. Спасибо большое. Спасибо вам, что приняли приглашение. Вот знаете, я вам раскрою тайну. Все волнуются перед началом. Вот потом где-то на 30-40 минуте все более уже расслабляются, все так дают Господу спокойно, свободно работать. Но вначале все волнуются, даже ведущие. Поэтому для того, чтобы вы не волновались, я вам расскажу историю. Замечательно. Я с удовольствием послушаю. А вы скажете, согласны, не согласны и прокомментируете. Очень хорошо. Вот давайте с вами представим ситуацию, когда встречаются двое молодых людей. И, допустим, они познакомились через интернет. И вот у них первая встреча. Вот приходят они, их взгляды вот так прикасаются друг с другом. И он такой весь в веснушках, знаете, весь в интернете все время сидит. А она красавица, она просто сногсшибательная. И вот он думает, господи, да недостоин я ее. Сам вот 5 орбитов съел для того, чтобы перегара не было слышно, сигаретного, да? Правильно, неправильно сказала, но пускай. И вот он думает, я недостоин ее. А она вот так берет и думает, о, это то, что мне надо. Вот была ли в вашей жизни вот такая ситуация? Или вообще вот такая картина, когда люди приходят к Господу, да, вот такие разные, всякие разные, и говорят, Боже мой, а я что, не достоин тебя? А этот совершенный Бог, Творец всего, вечный, вечно любящий, все равно берет и протягивает нам руку и говорит, а я тебя выбрал. Слава Богу. И я тебя полюбил. Да, вы можете прокомментировать, такое в вашей жизни было? Вы знаете, конечно же, каждый из нас, мы недостойны Божьей любви, мы недостойны соприкасаться с живым, святым, всемогущим Богом. Однозначно, наши жизни несовершенны, и мы как люди, мы очень много делаем в своей жизни неправильно. И не просто делаем, вы знаете, наши помыслы зачастую не соответствуют божественным стандартам, правда же? И, конечно же, когда искренний человек приходит к святому Богу, он переживает нечто подобное. Но, с другой стороны, если действительно человек искренен, я думаю, что в первую очередь он соприкасается с покрывающей Божьей любовью, с милующей Божьей любовью, принимающей Божьей любовью. И вы знаете, и тогда вот эти вот свои внутренние какие-то переживания, они отступают на второй план. И ты понимаешь, что вот есть кто-то, кто очень сильно любит тебя, кто очень сильно жаждет с тобой встретиться, быть близко рядом с тобой, быть частью твоей жизни, быть неразделимой частью твоего естества. И тогда я думаю, что эта встреча очень быстро и просто происходит. С другой стороны, есть люди, которые, знаете, по каким-либо причинам, понимая, что их ожидает впереди, или как-то, знаете, вот не желая отказаться от того, что уже есть в их жизни, вот они могут выдвигать такие аргументы и говорить, да я, вы знаете, мне нужно еще что-то исправить в своей жизни. Но кто знает, мы не можем до конца говорить о тех внутренних, сердечных мотивах каждого человека. Бог знает. И с одной стороны он знает, и с другой стороны он знает ключи к сердцу каждому человеку. Поэтому я уверен, что даже если человек, вот знаете, по каким-либо причинам он делает шаг назад при встрече с Богом, соприкосновении с Ним, я думаю, что Бог все равно достучится до него, ведь он уже сделал шаг, проявляя свою любовь, доказывая свою любовь каждому из нас. Вот тут я задала вопрос, вот такой администратор, пастор или евангелист? Вы так рассказываете, если бы я не знала Бога, я бы сразу вот... Очень замечательно. Достучались бы вы до меня. Да, слава Богу. Ну, работаю я администратором, честно говоря, вот. А все остальное Господь знает. Хорошо, тогда вопрос вот такой. У вас есть дети? Да, безусловно. 2 замечательных, прекрасных детей. Значит, есть и жена? Конечно же, конечно. А вы помните первое свидание? Да, да, безусловно. Это было на остановке. Не так романтично, может быть, но это было на остановке. На остановке. Совершенно правильно. Хорошо. Вы знаете, мы учились в одном институте и ездили с одной остановки постоянно, одним транспортом в этот институт. И вот, собственно говоря, эта остановка была нашим местом встречи. И не просто встречи, знаете, вот строительство взаимоотношений, или, скажем, вот знакомство. Мы сначала знакомились взглядами, как вот, ну, иногда это бывает. Люди смотрят, присматриваются, знаете, как-то вот начинают замечать друг друга, начинает обращать сначала внимание на этого человека, а потом внимание на себя этого человека, понимаете? И вот что-то подобное происходило на остановке.
Отлично, да. Прям как в фильме, которые готовились к экзамену. Не помните? Да, конечно. Хорошо, а вот первую встречу с Господом, помните? Вы знаете, я помню момент, вот такой яркий момент в моей жизни, когда Бог действительно пришел в мою жизнь, с одной стороны. Но с другой стороны, я также помню те моменты в своей жизни, когда Бог стучался. Mm-hmm. И это началось задолго до того, mm-hmm. когда я таки откликнулся на его призыв. Вы знаете, это было удивительно. Я помню себя еще в детстве, и это не моя заслуга, безусловно, но я говорю о том, что Бог стучался в мою жизнь. И у меня был такой вот интерес, вот почему-то я хотел зайти вот в православный храм, я хотел зайти в церковь, традиционную церковь, на вот, скажем, такую вот. Я хотел соприкоснуться с чем-то. Для меня это было всегда привлекательно. И иногда я, проходя вместе мимо вот такой православной церкви, вместе с мамой, я говорю: «Мама, давай зайдем сюда». Она говорит: «Саша, что ты там хочешь увидеть? А зачем?» Я говорю: «Ну, очень хочется, вот давай зайдем». Она говорит: «Хорошо, давай». И, конечно же, заходя туда, вот, знаете, ну, может быть, мне 10 лет было, может быть, немножко больше, заходя туда в церковь, я вероятнее всего, что я не переживал того, что я ожидал пережить там. Да, я видел формы, я видел, возможно, иконы. Хотелось ощущение, да? Вот почувствовать Бога или что? Да, конечно же. Вы знаете, безусловно, я не заходил туда, чтобы поставить свечку. Ни в коем случае. В таком возрасте мы не можем говорить о том, что есть какая-то религиозность. Есть чистота, знаете, есть желание какое-то, есть вот искреннее желание пережить определенные вещи. И я думаю, что в жизни каждого человека, в сердце каждого человека это стремление к чему-то большему, стремление к Богу, к личности Бога. Оно есть всегда. И знаете, его невозможно каким-то образом изгладить из нашей жизни. Его невозможно каким-то образом, я не знаю, исключить полностью. Не получается. Что бы человек ни делал, чем бы он ни занимался, получает он удовольствие от своей работы или каких-либо других вещей в своей жизни, имеет он много денег или мало денег, это есть, и это никуда не девается. И знаете, я думаю, что оставаясь вот как-то наедине с сам собой в какие-то вот минуты своей жизни, человек ясно понимает, что есть что-то, что его очень сильно привлекает, и есть что-то, чего в его жизни нет. Хотя, возможно, есть очень многое. Вот я был таким вот, знаете, молодым человеком, в жизнь которого стучался Господь. То есть вот мы сейчас можем посоветовать людям, которые, может быть, уже долгое время молятся за своих сыновей, дочерей, за родных, что Бог постепенно делает свою работу. Вот да, я согласна с тем, что у Бога есть несколько подходов, может, десятки, двадцатки подходов. Да, конечно. Через одного, через второго, через третьего человека, но контакт произойдет в свое время, да? Нам важно что? Людям, которые молятся. Очень интересный вопрос. И вы знаете, если мы будем говорить, что нам важно, нам важно являть Бога в своей жизни, фактически, для этих неверующих наших там, друзей, знакомых, родственников и так далее. Это непросто, но нам важно являть Бога. Если мы научимся вести себя так, говорить так, поступать так, тогда люди, которым мы проповедуем, или спасение которых мы так сильно жаждем, я думаю, что они гораздо быстрее придут к Богу. Чем, знаете, с другой стороны, иногда христиане занимают такую немножко крайнюю позицию, они очень активны, им бы очень хотелось, и они прилагают максимум усилий к тому, чтобы человек пришел к Богу. Но давайте не будем забывать, что когда мы пришли к Богу, ведь нас за руку никто не тянул, правда же? Было нечто больше, чем просто кто-то нас привел в церковь или притянул на собрание и так далее. Было что-то внутри, что так сильно тянуло нас к Богу, правда же? И я думаю, что вот эти вот иногда внешние наши усилия, ну, они могут по-разному выражаться, потому что, вы знаете, я был свидетелем подобной ситуации в моей жизни, когда мама моя спаслась, и моя сестра, она живет в Москве на сегодняшний момент, и тогда она жила в Москве, и моя мама приезжает к сестре, конечно же, она пережила радость спасения, радость встречи с Богом, и есть много всего, что ее наполняло в тот момент. И она приехала к сестре, и, знаете, как ведро холодной воды, оно вылилось, все, что она внутри себя переживала, это радость спасения, молитвы, Господь, она так много и говорила. И знаете, у сестры, конечно, закралась мысль о том, что ой-ой-ой, здесь что-то не так. Наверное, с моей мамой что-то произошло. И я вам хочу сказать, что ни на грамм, ни на один шаг, вот то, каким образом вела себя моя мама в тот момент, не приблизила сестру к спасению. Вы знаете, ну... Чрезмерно. Да, безусловно, это наше желание, просто-напросто. Это наше желание. Вот, но я думаю, что мы должны
научиться являть. Это гораздо сложнее, чем просто проповедовать. Чем слова, как верю. Да, безусловно, безусловно. Но мы должны научиться являть. Вот один человек сказал, я не помню кто, я не знаю кто даже, но он сказал, проповедую Евангелие всегда. Если нужно, используй для этого слова. Да. Вот мы должны начать с этого. Мы не просто, знаете, просто ходим и говорим. Это очень важно. Проповедовать слово, это имеет большое значение. Но, с другой стороны, гораздо важнее являть Христа в своих делах, в своих поступках, даже в своих словах. Вот это очень важно. Угу. Ведь Христос уважает каждого из нас как личность. И Он не навязывается. Он уважает абсолютно наше мнение. Он сотворил нас со свободным мнением. И знаете, и Он долгое время ждал, когда каждый из нас спасется, правда же? Поэтому мы должны научиться чему-то у Него. Вопрос будет к вам такой. А вам, вы как-то... Это был процесс, вот именно у вас, научиться жить так, как говорите, чтобы это были действительно не просто слова. Подождите, вы подумайте, пока у нас будет музыкальная пауза. То есть хорошо. Это процесс, или это после принятия Господа своим, Господом и Спасителем, вот так за один раз все пришло, и вы стали такой хороший, как вы сейчас в студии, или все-таки это какие-то усилия? Думайте. Думай. Вітер пускаєш, ти сонце ганяєш, ти квітки вдягаєш, годуєш птахів, в руках твоїх море, ти землю хитаєш, дітей своїх знаєш, своїх дітлахів. Люблю твої очі і серце велике, до тебе так хочу, до тебе я йду, і зранку до ночі дивлюсь твої очі, тебе я кохаю. Без тебе помру, і зранку до ночі дивлюсь твої очі, тебе я кохаю. Без тебе помру, дивитися хочу, твої ніжні руки торкають мене, і серце велике любов'ю сповите, мене пригортає, у вічність несе. Люблю твої очі і серце велике, до тебе так хочу, до тебе я йду, і зранку до ночі дивлюсь твої очі, тебе я кохаю. Без тебе помру. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Александр,
Отдохнули немножко, послушали. Подумали, как вы сказали. Подумали, надыхнулись. Вот почему я задала этот вопрос. Много среди христиан умные, мудрые, можно так сказать, да? Ну, научные. Мудрые, вот так, да. Могут все рассказать, могут объяснить, но в жизни не все работает. И вот мы все время повторяем, что мы должны быть искренними. Какие мы в церкви, мы должны быть такие и дома, чтобы наши дети видели, что мы настоящие, вот мы такие и есть. Вот и вы говорите за то, что мы должны быть честными сами с собой. Так вот как, чтобы, как делать в вашей жизни, вернее, как было, что говорю, вот так я и живу. И проповедую не только словами, но проповедую всей своей жизнью. Да, безусловно. Вы знаете, я думаю, что мы будем учиться этому на протяжении всей своей жизни. Нам есть всегда в чем изменяться и совершенствоваться в этом отношении. И, возможно, мы сделали первые шаги всего-навсего в этом направлении и научились быть честными, ну, наверное, с Богом в первую очередь, и, может быть, сами с собой в первую очередь, может быть, потом с Богом научились говорить Ему о том, что действительно есть внутри каждого из нас, и какие чувства, переживания, и там где-то глубоко внутри, хотя Он все это прекрасно знает, для Него это не секрет, правда же? Вот, но я понимаю, что это в любом случае процесс. Это процесс, безусловно, процесс. И без нашего участия эти перемены, глубокие внутренние перемены, они не происходят. Есть Божье Слово, есть Божья благодать, есть Его Святой Дух, есть все необходимое, есть кровь Агнца, есть Его прощение, Его любовь, принятие, все необходимое для того, чтобы помочь нам идти по этому пути. Но за каждым из нас остается право выбора, желание, и каждый из нас, я думаю, что каждый из нас, мы определяем скорость движения в данном случае. И знаете, я думаю, что каждый из нас на этом пути мы встречаемся с определенными вызовами, когда нечто близкое, дорогое для нас, которое что-то в нашей жизни, что есть уже на протяжении долгого периода, вдруг Господь говорит или, знаете, как-то вот нежно намекает нам на то, что это неправильно, и нам нужно от этого отказаться. Здесь что-то должно измениться, это должно измениться. И для каждого из нас это определенный вызов. Остановиться или идти дальше? Следовать за Христом? Или все-таки, знаете, остаться с тем, что так дорого или близко, или долго уже в нашей жизни? А вот если вот здесь остановиться, ну, понятно, что даже если вы сталкивались, вот у вас были такие остановки, то вы пошли дальше, потому что вы здесь сейчас находитесь. Но были ли в период вашего духовного взросления вот такие моменты, которые тормозили все? Вот вы чего-то не понимали, вы так становились и говорили: «Господи, я не могу понять, что это такое». Вот какие-то такие кризисные моменты были? Ну, безусловно, кризисы мы переживаем, безусловно. И, знаете, есть очень много различных кризисов в плане того, что кризисы, которые имеют свое происхождение из различных сфер нашей жизни, можем так сказать, и кризис рождения детей, и кризис замужества, когда мы становимся мужем, женой и так далее. А опять же, какие-то кризисы в взаимоотношениях, в служениях, вот различного плана кризисы. Вот, но при всем при этом, я думаю, что, конечно же, основным или тем, что позволяет каждому из нас продолжать следовать за Христом, является все-таки личность Иисуса Христа. Правда же? Несмотря несмотря на то, что у нас есть определенные, скажем, ну, возможно, непонимания или, знаете, какие-то смущения определенные, то я думаю, что, конечно же, личность Христа, она привлекает каждого из нас. Она дает нам силы для того, чтобы продолжать следовать за Ним. Она помогает нам доверять Ему, потому что Он сильно возлюбил каждого из нас. Безусловно, возможно, в какой-то период времени, знаете, есть какие-то остановки или, знаете, какие-то вот небольшие такие вот снижения скорости, можно сказать. Вот. Но при всем при этом, если мы все-таки близки с Ним, если мы все-таки соприкасаемся с Ним, поддерживаем с Ним взаимоотношения, тогда это даст нам силы двигаться дальше. Аминь. Да, аминь. А если взять отношения мужа и жены, если взять отношения в церкви, всем хочется иметь дело с человеком дозрелым, духовно дозрелым, зрелым. Можно ли как-то определить, вот если бы была такая программа, которая бы показывала, человек зрелый или незрелый? Можно ли как-то определить это? Вы знаете, я не совсем согласен с вашей постановкой, формулировкой вопроса. Так можно услышать. Вот спрашиваются, допустим, мы спрашиваем у служителей, почему люди разводятся? Ответ номер один – незрелые. Нет, дорогие мои. Я так не думаю абсолютно. То есть, вы знаете, ну, как бы, возможно, кто-то
под формулировкой «зрелый» или «незрелый» подразумевает определенные вещи. Угу. И мы должны здесь просто определиться. Я думаю, что основная причина тех же разводов или непонимания, знаете, каких-то вот разделений, независимо на каком уровне это происходит, это все-таки эгоизм. И если... А эгоизм – это незрелость? Да, зрелость, если, незрелость. Да, если мы говорим, ну, как бы, знаете, мы иногда немножко... супердуховничаем в этом отношении, и обычные вещи или вещи, присущие каждому из нас, мы переводим в ранг духовности, хотя их можно просто назвать своими именами и сказать, что это эгоизм, что это там просто-напросто вот наши желания, наши амбиции, которые стоят на пути. И, конечно, перед нами стоит вызов переступить через это или же все-таки, вот знаете, остаться с этим и потерять что-то другое в своей жизни. Просто-напросто и все. Поэтому, говоря об этом, я думаю, что все-таки причиной многих разделений это является наш эгоизм. Ну, можно так сказать, хорошо? Хорошо, но все равно. А зрелость? Можно ли сказать зрелый, незрелый? Можно ли сказать? Ну, сказать можно, да? Конечно, безусловно. А бывают духовно зрелые люди? Ну, конечно, бывает. Безусловно. Конечно, бывает. Безусловно. Я с вами согласен, что это духовно зрелые люди, и нам, наверное, всегда приятно общаться с такими людьми, иметь такие отношения с такими людьми. Но в первую очередь, говоря о духовно зрелых людях, в первую очередь, какие наши впечатления или что мы переживаем, общаясь с ним? Ведь мы не можем, ну, для нас, на нас что производит впечатление? Не их количество часов, проведенных с Богом и так далее. Мы не знаем, сколько этот человек читает Библию, мы не знаем, сколько этот человек молится, правда же, сколько он библейских школ или теологических там семинарий закончил и так далее. Но мы встречаемся с характером. Да. Мы встречаемся с его внутренностью, мы встречаемся с его душой. Поэтому вот духовная зрелость, можно сказать, она в первую очередь проецируется на характер человека. И то, с чем мы встречаемся, мы видим его характер. И мы, вот знаете, встречаясь с таким человеком, мы говорим, о, это духовно зрелый человек. Подождите, о чем идет речь? Вы каким-то образом можете видеть его ауру, его, знаете, высоту духовного роста или что-то еще, его дары. Нет, я этого не видел. А почему вы сделали такое заявление или почему вы сделали такой вывод для себя? Ну, вот он приятен в общении. Но это характер человека. Да, безусловно, характер меняется, когда человек, он больше времени проводит с Библией, с Христом, скажем так, когда он согласен на перемены, которые предлагает ему Господь, скажем так. Вот, безусловно, тогда, ну, если так, тогда, конечно, существует духовный зрелый люди. Хорошо, а давайте вот шагнем в другую страничку вашей жизни. Как вас поставили на служение администратором? А было ли в вашей жизни вот испытание в малом, потом постановление над большим? Можете рассказать об этом периоде вашей жизни? Да, я думаю, вы знаете, конечно, могу рассказать. Я думаю, что были такие испытания. Как меня поставили администратором, мне сложно сказать, потому что решение принимал-то, собственно говоря, не я. Угу. Вот. Ну, кто-то, видно, кто-то, кто наблюдал и видел определенные вещи. Внутри этого человека созрело решение, желание сделать мне такое предложение. Вы знаете, и вот в один прекрасный момент это предложение поступило ко мне. Моя жена очень усиленно молилась о том, чтобы ее муж был служителем в церкви и все, что с этим связано, знаете, и вот это предложение поступило, и, знаете, я был пропитан этим также желанием служить Богу. И, конечно же, я согласился. И тем более, имея поддержку, такую сильную поддержку со стороны своей жены, конечно же, я согласился, и это вот таким вот образом. Жена не пускает слезу, что мужа редко вижу? Ну, вы знаете, конечно же, есть у нее определенные переживания, и в этом отношении, что, да, возможно, я где-то не так много уделяю ей внимания, как хотелось бы ей и так далее. Вот. Но при всем при этом у нас есть понимание, у нас есть согласие в этом отношении, и мы способны служить дальше. Александр, такой вопрос. Вот в вашем служении, это служение с людьми, это постоянное общение с людьми. Да, безусловно. Может быть, были какие-то стены, вот вы с чем-то столкнулись, и вы не понимаете, почему люди так поступают. Что для вас было самое, ну, чем вы там удивлялись больше всего, или даже шокирующие? Были ли такие моменты? Ну, безусловно. И как вы находили, и какие вы находили методы, чтобы это преодолеть и перейти? Вы знаете, конечно же, работая с людьми или встречаясь с людьми,
Мы встречаемся с разными людьми, с разными характерами, с разным поведением людей, обусловленными различными ситуациями, обстоятельствами, и всего пояснить мы иногда не в силах. Но то, что мотивирует каждого из нас и мотивирует дальше продолжать служить людям и служить Богу, это любовь Божья, которую мы пережили и которая помогает нам сегодня следовать за Христом и служить людям. Моя любовь ко Христу выражается в вот именно в этом, служении людям. И знаете, конечно же, встречаюсь я с разными людьми, они по-разному себя ведут, иногда печально, иногда обидно, иногда горько, но то, что тебя поднимает, и то, что тебя вдохновляет, то, что тебе дает силы делать следующий шаг, это любовь Христа. С нами сейчас Елена, она хочет задать вам вопрос. Доброго дня, Олено. Приветствую вас. Добрый день. Очень приятно слышать вас. И если можно, такой вопрос, ну, нагайный, как бы. Только сегодня у нас была такая ситуация. Я вас прошу, как пастыря, вот, чтобы до воскресенья не ждать, вот спросить, как вы думаете, вот человек, даже молодой организм, мужской, ну, юноши, он ограничен вот какими-то физическими ограничениями на земле. Сразу хочу сказать ситуацию, чтобы вы поняли, о чем. Потому что это очень важно сегодня нам как бы решение принять. Угу. Но вот просят, допустим, перенести какие-то тяжелые вещи. Там попросили 4 молодых ребят. Но у одного из них он освобожден еще до уверования в военкомате. Там именно там грыжа или что-то, я не помню, что там было. Угу. И ему напомнили, что тебе нельзя тяжести носить. А он сказал, это... Все было до того, как я заключил завет с Богом. Теперь я новое творение во Христе Иисусе, древнее, все прошло. И второй был ответ такой, что когда человек что-то делает во имя Господа, то тогда Бог его хранит, ну и не может случиться ничего плохого. Но моя мысль была все-таки, ну, разумно обращаться со своим телом. Ну, вот, пожалуйста, скажите, ну, пусть это только для меня будет ответ, потому что я хочу быть правильно перед Господом. Да, безусловно, безусловно. Я так понимаю, что это ваш сын, Елена, вероятнее всего, да? И, вы знаете, я понимаю прекрасно вот рвение этого молодого человека что-то делать для Господа, это замечательное желание внутри него и замечательное стремление. Это очень хорошо. И я также понимаю вас, как, вероятнее всего, маму этого молодого человека, которая желает все-таки считается с тем, что было до этого момента, или, скажем, с какими-то там заключениями врачей в его жизни. Вот. Конечно же, я придерживаюсь той точки зрения, что все-таки мы должны разумно поступать в определенных ситуациях. С одной стороны, и это было бы хорошо. Но я хочу сказать, вы знаете, в своей жизни я также многие вещи делал достаточно неразумно, поступая, вот, но при всем при этом Бог, слава Богу, хранил меня. Я сегодня уже как бы с высоты своего возраста, глядываясь назад, я могу сказать, что не всегда я поступал разумно, и слава Богу за Божью милость, что Бог покрывал меня все-таки Божьей милостью своей. Вот, как правильно быть в этой ситуации? Я понимаю, что, вы знаете, говоря ему о том, что нежелательно этого делать и неправильно это делать, это приведет к определенному конфликтной ситуации. И не будет созидать отношений между вами, вероятнее всего. Я так думаю. Вот. Ну, мне трудно сказать. Если, с одной стороны, если это вера человека, тогда, конечно же, он вправе действовать в соответствии своей верой. Но я хотел бы подчеркнуть, что если это вера. Потому что иногда мы наши желания можем воспринимать как веру. Но вера, если мы говорим о вере, то вера основывается на Божьем Слове, на откровении Божьего Слова, откровении из Божьего Слова. И если нам что-то открылось, и Бог действительно это поместил глубоко внутрь нас, и это слово живет внутри нас, тогда действительно это слово способно зародить веру. И это вера. И тогда мы можем говорить уверенно, утверждать о том, что старое, древнее все прошло. И то, что было до определенного момента в моей жизни, это не имеет власти надо мной. Но я говорю сейчас о вере. Не просто о какой-то декларации, не просто о каком-то заявлении, не просто, знаете, о каких-то эмоциональных переживаниях или эмоциональных каких-то вещах. Я говорю о вере. Вот. Но, с другой стороны, я также понимаю, что нужно достаточно разумно себя вести и обращаться со своим телом. И если это, в данном случае, если это провоцирует какую-то
какой-то боль или, знаете, какой-то дискомфорт, то я думаю, что можно найти достаточно много других способов, каким образом можно служить Богу. И, возможно, может быть, вам стоит, я даже не знаю, ну, не знаю, насколько сын готов слушать вас в этом отношении, но пусть Бог даст вам мудрость, и каким образом направить его, может быть, немножко в другое служение, для того, чтобы он это не приносило огорчения ни вам, ні какого-то дискомфорту йому, якщо такий дискомфорт є. Угу. Дякуємо за відповідь. Якщо ви бажаєте задати питання нашому гостю, я ще раз скажу, що сьогодні у нас адміністратор церкви «Слово жизні» Олександр Киштимов. Будь ласка, телефонуйте 280-03-05 та 280-26-25. Ми перервемося зараз на невеличку музичну паузу, а Олександра ми попросимо подумати от і що над чим. Хочу спросити, що в вашому служенні для вас саме тяжеле? Вот подумайте, а мы пока послушаем Сергея Капранова, а я радуюсь. Заботы века суета нас увлекают не туда, лишь только в нем находит сердце покой. Мобилы, игры, казино, вся эта мода, все не то, лишь только в нем находит сердце покой. Ай-яй-яй-яй, я радуюсь Спасителю моему. Ай-яй-яй-яй, я радуюсь Искупителю моему. И даже если бывает, что я как под прессом, я песни пою Спасителю моему, моему. И даже если бывает, что ну не до песен, я песни пою Спасителю моему. Реклама, видео, кино, все хорошо, но все не то, лишь только в нем находит сердце покой. Мечты пустые, миражи, одно расстройство для души, лишь только в нем находит сердце покой. Ай-яй-яй-яй, я радуюсь Спасителю моему. Ай-яй-яй-яй, я радуюсь Искупителю моему. И даже если бывает, что я как под прессом, я песни пою Спасителю моему, моему. И даже если бывает, что ну не до песен, я песни пою Спасителю моему. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Адміністратора церкви «Слово жизни» Олександр Киштимов зараз знаходиться у нас у студії. Олександр, ви так в ритм подкачували головою, що я как бы поняла, що ця пісня, наверное, что-то вам знакомо. Що якщо даже я під пресом, то я все равно буду петь Спасителю моему. Вы знаете, песня незнакомая, просто очень мелодичная, очень ритмичная, скажем так. Вот, вот таким вот образом. Хорошо, по поводу, что для вас самое трудное в служении? Вы знаете, я думаю, что самое трудное в моем служении – это в первую очередь я. Самая большая проблема в моем служении – это я. Я думаю, что самая сложная битва и самая большая победа, которую одерживает человек – это… С собой. Да, битва с собой. Со своей плотью. Да, совершенно правильно. И победа над собой. Вот это самое сложное. А все остальное – есть Божья благодать и Божье покровительство. Я думаю, что если мы сможем победить себя, свою плоть, свое нежелание, знаете, свои амбиции, в конце концов распять греховную свою натуру и заниматься этим постоянно, тогда все остальное нам будет приносить радость и удовлетворение. Можно ли вот это все, что вы только что сказали, делать это, чтобы иметь духовный успех? Или для того, чтобы иметь духовный успех и перед Богом, и в церкви, надо какие-то другие пункты выполнять? Ну, я понимаю, что в первую очередь Бог заинтересован в спасении каждого из нас. И мы понимаем, что на небо ничего не попадет нечистого,
Поэтому мы делаем, мы можем делать все, что угодно, и заниматься чем угодно, знаете, и быть высоко, и далеко, и так далее. Но если мы не занимаемся собой, и если мы не работаем со своим характером, то мы можем оказаться в один прекрасный момент очень сильно разочарованы в своей жизни. И в конце концов не попасть на небеса. Поэтому все, что мы должны в первую очередь делать, мы должны заниматься собой, мы должны очищать себя, мы должны работать со своим характером, мы должны работать со своим естеством, со своей натурой, с тем, что внутри каждого из нас. Для того, чтобы однажды встретиться со Христом. Мы так много о нем говорим, мы так много о нем читаем, но нам, мы должны понимать, что нам предстоит эта встреча. И эта встреча будет со святым. Конечно же, есть кровь Христа, которая омывает. Но мы не должны просто полагаться на кровь и говорить, ну, есть Божья благодать, есть Его любовь, есть Его милость, да, безусловно. Но никто не снимает ответственности с каждого из нас, чтобы работать с самим собой, чтобы работать со своими недостатками и изменять себя. Или вместе с Богом изменять себя, действительно менять себя внутри. А вот уже идет конец программы, и мы задаем также вопросы семейные. Вот, мужья, любите своих жен. Как вы любите свою жену? Практически. Как вы понимаете, вот если библейский принцип этот взять, как? Любовь — это смерть, скажем так. Хорошо, если так, в двух словах. Он нас сочетал очень один замечательный служитель, я его очень, очень сильно люблю и уважаю, и он сказал, одна свадьба, двое похорон. Одна свадьба, две смерти. Вы должны умереть для себя, для того, чтобы жить для другого человека. Я думаю, что это основной принцип. И, безусловно, у нас есть, у меня есть какие-то определенные желания и, возможно, знаете, ожидания, что мой супруг или моя супруга, она будет вести себя подобным образом и делать то, и так далее, и так далее, и так далее. Но я должен понимать, что если действительно я хочу, и если я действительно люблю, тогда я должен умереть. Просто-напросто. А можно ли говорить о готовности человека вступить в брак? Такое некрасивое слово. Люди его не любят употреблять, брак, но тем не менее. Или человек никогда не может быть готов к этому, потому что теория, хорошо, спасибо за теорию, но практика ждет меня впереди. Конечно же, безусловно. Я думаю, что, ну как, подготовить человека, чтобы человек был идеально готов к вступлению в брак, и у него все шло потом просто замечательно. Я не думаю, что вообще теоретически это, практически это возможно. То есть можно показать человеку, что ожидает его впереди, на какой путь он становится и какой путь он должен будет преодолеть. Можно подготовить его к этому, можно рассказать, можно, знаете, вот направить, дать правильный инструктаж, можно сказать, дать вот все необходимое, понимание этого всего и позволить человеку благословить его и позволить человеку дальше практиковать это все. Хорошо, если я скажу, что Александр, я вот готова умереть за этого человека. Не так. Я готова пойти на смерть и буду служить этому человеку. Вот этого достаточно, чтобы мой брак был вот таким вот? Вы знаете, каждый из нас, мы должны понимать, что смерть — это смерть каждый день. Это не просто так, знаете, раз в один момент, и все, и больше от меня ничего не требуется. Я вот сегодня там купил своей жене цветы, и все, и в течение всего года я больше, пожалуйста, не трогайте меня, я живу своей собственной жизнью. Но смерть — это смерть каждый день. И мы должны понимать, что начинается новый день, и мы должны быть готовы умирать снова для себя, для того, чтобы жить, да, для другого человека. Хорошо. Боже, помоги каждому из нас. Аминь. Главное, чтобы моя жена сейчас не слушала вашу передачу. Мы можем сообщить ей, когда будет повтор этой программы. Хорошо, и по поводу воспитания детей. Вот какими-то основными принципами вы пользуетесь в воспитании? Вот есть у вас первое, второе, третье, чего я должен придерживаться для того, чтобы воспитать детей в Господе и для Господа? Ну, в первую очередь, это любовь, принятие. И, конечно же, безусловно, если мы говорим о Боге, это пример моей собственной жизни. Это то, что влияет на моих детей. Не теория, не те знания, которые я знаю, не все то, знаете, что написано в умных книгах. Я имею в виду, я не против умных книг, понимаете, да? Я могу цитировать их и так далее, и читать им страницы за страницей, но если это не работает в моей жизни, они смотрят на меня. И то, каким образом я живу, они будут жить точно таким же образом. Я воспитываю их тем, каким образом я сам живу. Понимаете? Как я поступаю, как я себя веду, что я делаю, чего я не делаю. Вот это является примером для них.
И больше, наверное, ничего. Ну, имейте в виду, вот это основные вещи. Хорошо. Ставите ли вы какие-то рамки в воспитании? Вот если дитё переходит за эти рамки, то можно получить и розгочкой. Безусловно. То есть ну, дети есть дети. Вы знаете, им очень сложно держать себя в определенных рамках. Им нужна помощь. Просто-напросто и все. Но, честно скажу, зачастую не доходит до розги. Мы просто говорим о том, что, дорогой, ты переступаешь определенные границы. Если ты продолжишь в том же духе, то мне придется помочь тебе вернуться назад. И помощь может быть разного плана. Если ты не слышишь меня, когда я тебе говорю просто, значит, я могу тебя поставить в угол. Если ты этого не поймешь, я могу предпринять еще определенные меры для того, чтобы ты просто вошел в колею. И потому что за пределами это в первую очередь опасно для тебя. Ну, получается, что если у вас не доходит до розги, то просто они уважают папу. Папа у них и авторитет, и друг. Можно так сказать. Папа старается изо всех сил быть для них и авторитетом, и другом. Ну, я так поняла, что папа умирает каждый день и для жены, и для детей, и для всего, чтобы служить Господу, распинает свое платье. Ну, скажем, я прилагаю усилия к этому. Но я думаю, что, вы знаете, мне есть в чем расти и совершенствоваться в этом отношении. Если бы вы пригласили сюда мою жену, то она бы много интересного рассказала и сказала, он не делает этого и не делает того, я прошу, чтобы он делал это. И я сказал, да, дорогая, да, я, конечно же, я должен измениться в этом, да, позволь мне, дай мне возможность, дай мне время, я обязательно изменюсь. Но вы меняетесь? Надеюсь, что да. Ну, по крайней мере, жена говорит о том, что я меняюсь. Ну, хорошо. Очень сложно говорить о переменах, если ты сам являешься непосредственным участником перемен. Это происходит достаточно медленно. И знаете, и вчера было так же, и сегодня чуть лучше, но тебе кажется, что то точно так же. Но когда мы оглядываемся назад, и когда я, возможно, оглядываюсь назад, я смотрю на свою жизнь, то я думаю, что, конечно же, есть перемены, которые произошли благодаря благодати Божьей и работе его в моей жизни. Слава Иисусу! Слава Иисусу, да. Желаем благодати всем нашим слушателям. Последнее, что я вас попрошу. Вот наша станция существует за счет пожертв наших слушателей, вот, которые сейчас слушают Светлое Радио. Поэтому я вас попрошу совершить молитву благословения за этих людей, которые сеют, жертвуют. Кто-то получает пенсию 1000 гривен, 1300, и еще и старается посеять, чтобы Светлое Радио звучало, чтобы люди могли услышать Слово Божие, услышать, увидеть Бога через жизни тех людей, которые к нам приходят. Поэтому просто помолитесь за этих людей, да, сейчас. Конечно же. Отец во имя Иисуса Христа, Боже, я благодарю Тебя, Господь, за эти верные сердца, Боже. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что они остаются верными Тебе, Боже, проявляя свою любовь к людям через то, что они делают, жертвуя, благотворя, жертвуя на нужды этой радиостанции для того, чтобы благая весть о Тебе могла распространяться. И я призываю Твое благословение в их жизнь, Боже, во имя Иисуса. Как Ты сказал в Своем Слове, Господь, сеяние и жатва не прекратится, Бог, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, чтобы каждое посеянное семя, Боже, каждое посеянное семя принесло урожай в 30, 60 и 100 крат в их жизни во имя Иисуса. Боже, я прошу Тебя, Господь, восполни их нужды, благослови их материально, Господь, дай им увидеть, дай им пережить, Господь, действие, работу Твоего Слова в их жизни во имя Иисуса. Я благодарен Тебе, Господь, за эти верные сердца Божии во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Аминь. Аминь. Спасибо вам за то, что пришли к нам в гости, посвятили, послужили. Желаем вам купаться в Божьей любви, как там сразу, по косточке, потом по колено, по лодыжке, да, и так далее. Просто купаться в этой любви для того, чтобы потом можно было эту любовь передавать людям. Спасибо из Господа. Спасибо вам огромное за приглашение, за эту возможность. Я так благодарен вам. Спасибо вам большое. Мне было очень-очень приятно быть у вас в гостях и иметь с вами такую замечательную беседу. Взаимно.